Так, дело в том, что педалька, она вверху передает кнопку up, а внизу кнопку down, а посредине, ну не посредине, а чуть даже ниже верха, она передает, ничего не передает. Вот, можно даже переключать 50%. Так, пробуем еще вот так. Попробуем ногами. И еще забыл сказать, что вторая педалька, она не регистрируется. Короче, там нет нажатия или как-то не поддерживается, не знаю. Так, там у руля есть лепестки, вот здесь вот и здесь, для переключения передач, и они тоже реагируют. Еще, как вы видите, есть красные и желтые свечи. Это не Каюхи, это не Черри, это новые свечи, которых ни у кого нету. Они очень крутые. Я сейчас буду на лепестках, потом на красных и желтых свечах. Давайте пробовать. Блять, как же я нажимать буду? Слишком легко. На планшет.
блядь! Они не дожимаются, то есть... Надо до конца жать. Ну и самое крутое это... И вот. Да что такое? Не понял. Слишком легко. Слишком сложно. В общем, это был обзор на Osso Wheel. Вы теперь знаете, как это выглядит, как играют игроки на руле, на педалях, как они пережимают, не дожимают и так далее. Каков процесс, подводные камни, особенности. Ну и все, в общем-то. Кардио тренировка получилась в конце.